Все-все-все, пишем-пишем с одного дубля, все-все хорошо. Привет всем, с вами канал Лига Music Wars. И сегодня, ребята, у нас сундучков открытие. Но прежде чем мы будем проходить, открывать сундуки, жаловаться, какие гадкие разработчики, что нам наделали здесь. Я хотел бы сказать Назарчику 228 большое спасибо. Подарочки есть, буду в видосике открывать, так что жди, видосик будет на канале. Мне совсем осталось чуть-чуть, реально, то есть осталось выкупить только этих 11 и этих 50. Как я говорил, ребята, у меня получилось, конечно, выбить 217 боев из 250 возможных. Уже, короче, получается 900 жетонов я получил из 1000 возможных. Я, короче, тут бои посливал, еще 248 осталось, но это не проблема, короче, добьем. Вообще никаких косячков у нас с этим не будет. Ну, а сейчас давайте быстренько откроем, поругаемся, посмотрим. Так, в колесе фортуны у нас 52 тысячи. Вот. Ну что, давай посмотрим, что у нас по ключам. Потому что с ребятами я уже видел видосы последние. Вообще, говорят, ничего не падает. Типа вот 65 вот так вот выпадает, и все. Ух ты, ничего себе. Слушай, мне везет иногда. Ну, не всегда, правда. 52 тысячи. Блин, ну, если так будет по 60-то падать, конечно. Да мне не нужны ваши кредиты. Нафиг они, короче, мне в пени ударились. 200. Хорошо. О, отлично. И даже ринг выпал. Может, все-таки что-нибудь подкрутили, а, заново. Да не, скорее всего, просто фартит. Немножко, но фартит. Все. И все. И ничего, короче, нету, да? Пала энергетика, что эти... Ладно, ладно. Все, понял. Мне будет тоже 6 тысяч каких. Нет. А вот золотых, кстати, мне не фартит. Реально с них не фартит. Я больше 1000, короче, не вытаскивал вообще никогда. Три рейтинга зато упадает. 40 тысяч кредитов. Вам нужны кредиты? Вот, пожалуйста, в сундуках есть кредиты. Вообще просто печаль. Прям вот реально вообще ничего нет. Блин, один в один, всего 800-ник. Все, и сразу 10 на взлом. 57. 5000, короче, получилось в общей сложности поднять с дрожи земли. Ну, 5000, ну зато смотрите, 400. Вау, вообще просто жесть. 400. Кому они нужны, ваши 400 этих кредитов? Нафиг их, короче. Ну, это такое видео зарисовочка, ребят. Вот такая вот. Следующее видео будет у нас по прохождению кошмарки. Ребята, на кошмарке, короче, я с забаненным чатом больше не пойду, потому что чувствую, что я что-то пропускаю. Из командиров какие-то команды, и поэтому лучше я подожду 27-го, когда бан отойдет, и будем ходить уже на кошмарку. Потому что за ключами ходить нереально, на сложке ходить только за званием, но на кошмарках сейчас сливать надо расход, потому что на подарки звезды я не трачу. Ну, как обычно. Ну все, давай, до следующего видео, счастливо!